мені потрібно записатися до лікаря на прийом. Я заходжу в заклад і показую. Або от я не чую, або показую на табличку. Сотрудник зв'язується, нажимає на визов перекладача. Ці маніпуляції проводить адміністратор, так? Так, проходять обучення, все, то есть они обучены, они знают, как использовать это. Когда планшет устанавливается, проводим обучение сотрудников, чтобы все сотрудники знали, где пользоваться. И направляю планшет на неслышащего человека. Намного обращений, может несколько до минуты, до двух ожидания. Доброго дня. Я сьогодні мені потрібно записатись до лікаря. До Лора. Добрый день. Для того, чтобы записаться к Лору, вам сначала необходимо записаться к терапевту. Терапевт выдает электронное направление. И с этим электронным направлением вы записываетесь к Лору. Мне потребно записаться до семейного лекаря, так? Да, совершенно верно. Пожалуйста, запишите. Терапевт принимает сегодня с 2 часов до 6 или завтра утром с 8 утра до 5 дня. Давайте на завтра, пожалуйста. На який час є вільний, будь ласка, скажіть? Завтра є время на 11, на 12 і на 12.30. Давайте на 12, будь ласка. На 12 часов. Записала. Завтра 12 часов, терапевт.